Помаши ручкой. Тимофей, помаши ручкой. Андрей. Мы с вами находимся на третьем черном темном озере, одном из пяти. От дороги метров 100. Да, первый лед. Стоит легкое потрескивание. Мы там просверлили дырочку и пошла трещинка. Мы выбежали на середину. Лед сантиметров 7-8. Время 8 час. Ждем клёва. Тишина. Смотри за ледобуром-то. На каждом озере есть красивое дерево. Мне кажется, что это самое красивое здесь дерево. Thank you.